Участковый пункт полиции должен быть доступным для граждан и удобным для сотрудников. Именно такой участок открылся в здании бывшего общежития мебельного комбината в доме номер 1А на улице 19-я линия. Участковые в этом доме дислоцировались и раньше, в малосемейке, в плохих условиях. Сейчас в их распоряжении новенькое помещение. Люди будут сюда приходить для написания каких-либо заявлений, обращений, значит, со своими жалобами. Просто побеседовать с участковым, проконсультироваться в каких-либо жизненных ситуациях. В участковом пункте несколько комнат. Есть даже камера для задержанных 1,5 на 1,5 метра. Здесь приезда наряда полиции будут ожидать пойманные участковым нарушители – мелкие хулиганы. В просторном кабинете будут работать двое сотрудников. На каждого приходится примерно 3500 населения района. Таких отдельных пунктов будет появляться в городе в достаточно большом количестве. Одна из наших планов – это создание такого пункта в новом микрорайоне Московский. И я считаю, что в новых микрорайонах обязательно мы должны будем создавать пункты для участковых полномоченных милиции. Участковые уже подготовили график работы. Принимать граждан они будут 3 раза в неделю. В остальное время – обходы неблагонадежных семей, людей, отбывающих условный срок, и наблюдение за потенциальными нарушителями правопорядка. Работы много. Любовь Подчерникова, Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.